Если вы хотите узнать, как можно исправить многие ошибки Arizona Mobile, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ох уж этот Arizona Mobile. По всей видимости, он не отпустит меня уже никогда. Вот это, знаете, как какие-то сильные наркотики. Ты один раз попробовал, и все уже. И уже как-то не можешь от всего этого, ну, отвязаться. Вот просто оно с тобой на протяжении всей твоей жизни. Тебе каждый день в ЛС пишут, мол, помоги решить тут-то проблему. Тебе там каждый день в Телеграме пишут, помоги решить тут-то проблему. В Телеграм-чате по ссылочке в описании. И там, я не знаю, в Телеграм-канале, подписчики Телеграм-канала, которые существуют в чате, которые туда вступили. Которые там переписываются, каждый день пишут с какими-то своими проблемами, говорят, блять, у меня вот то, нет, у меня вот все, и я не знаю, как все это решать, господи, помогите, у меня там бесконечная prepare дата, у меня бесконечные загрузки, все делал, обновлял кэш, очищал вообще память телефона всю, вообще все, что мог, делал, и ничего у меня не получается, Arizona Mobile работать на моем телефоне не хочет, у кого-то там, я не знаю, не заходит на Arizona Mobile, у них там очень мало FPS, вот что-то такое, и то есть вообще много всяких проблем у них есть, и по всем этим проблемам они пишут не кому-то, а мне, потому что у меня ролики по решению всех этих проблем, по скачке Arizona Mobile и по всему прочему, они уже, знаете ли, близятся к 10 тысячам. Один ролик уже набрал 10 тысяч просмотров, другой ролик, он как бы к этому числу стремительно близится, потому что количество комментариев под ним очень большое. И давайте под этим же самым видеороликом сделаем то же самое, поэтому пишите в комментарии свои проблемы, пишите, там, не знаю, вступайте в Телеграм-канал, там, я не знаю, подписывайтесь на него, вступайте в телеграм-чаты, там тоже пишите о всех своих проблемах, вроде как кому-то помогают, я смотрел, что кто-то там скидывает какие-то ссылки на кэш, на все прочие вещи, там, с PDA-лайфа, со всего прочего, помогают как могут, в общем-то, и под данным видеороликом я уверен, что такие люди найдутся, которые будут помогать, поэтому пишите, пишите и еще раз пишите. Опять же, что я хочу сказать, я не какой-то всевидящий, я не какой-то там, знаете, не какой-то сверхчеловек, не какой-то разработчик и так далее, я не могу, допустим, вам аккаунты разбанить, или не могу там решить все ваши проблемы с Arizona Mobile. То есть не стоит забывать, что все это всего лишь бета-тестирование. То есть все оно очень сырое, и если у кого-то получилось зайти, не значит, что получится все это у вас. То есть у кого-то получается, у кого-то вследствие каких-то непредвиденных обстоятельств все это не получается. Как я на это могу повлиять? Лично я не понимаю. И почему пишут именно мне, я тоже не понимаю. Поэтому ВКонтакте у меня там уже более 200 непрочитанных сообщений, и это просто какая-то жесть. Я не знаю, как все это разгребать, как на все это отвечать. То есть постоянно мне пишут, мол, вот, реши ту мою проблему, реши эту мою проблему, то есть, ну, я не понял, у меня все работало, ну, можно сказать, с первого дня, как я все это скачал, почему у вас это не работает, я, если честно, не знаю, но не так давно в официальной группе ВКонтакте мастерской Arizona Mobile вышел следующий пост, то есть там говорилось что-то типа, мы решаем там все эти новые проблемы, то есть ведутся работы над исправлением лаунчера, а там скоро должно выйти глобальное обновление, когда... Опять же, ну, ничего не раскрывается. То есть, в стиле Arizona Mobile это более чем нормально. Мы это уже давно уяснили, что вот что-то будет, а когда оно будет, ну, не особо понятно. И разумеется, да, я опять же хочу вам все это рассказать. То, что вот если у вас возникли какие-то проблемы, и вы сердечно хотите их решить, то пишите не мне. Не, допустим, там, я не знаю, в Телеграм-канал, если вам там уже не ответили, если вы там, я не знаю, один раз написали, потом, я не знаю, второй раз, а уже тоже хотите написать, вам там не ответили. Ответят, то есть новых людей, я более чем уверен, которые знают, как решить вашу проблему, там не появилось. Пишите сразу в мастерскую Arizona Mobile. Ну, Arizona Mobile, Arizona Mobile, ну чё бухтеть-то в самом деле, ну чё, ё-моё, блядь. Это бета-тест, это не финальная версия, она еще будет исправляться, там, доделываться, там, все прочее будет. Опять же, непонятно, а что будет вот конкретно исправлено в этом новом глобальном обновлении. Кто-то предрекает, мол, там, знаете, будут добавлены функции из Sampa 037, и там, мол, доработают базовые элементы, там стрельбу, там систему смерти и тому подобное и так далее. То есть непонятно, откуда это они все берут. Это, если что, такой, знаете, паблик на 50 тысяч тел ВКонтакте, а Самп, вот, как бы
Самп, вот, как бы я полное название называть не буду, из-за того, что не хочу рекламировать какие-то такие, знаете, желтушные абсолютно журналы, которые занимаются полнейшим говном и как-то показушно кому-то там когда-то изредка помогают, и то есть я не хочу, чтобы вообще как-то я упоминал данный журнал, потому что он максимально хуёвый. Если не знаете почему, опять же, у меня на канале есть большое количество видеороликов, на моем старом канале также есть большое количество видеороликов, есть много-много всего. А по итогу, что можно сказать в заключении данного видеоролика? Ждите, ждите и еще раз ждите. Если еще не пробовали способы из моего телеграм-канала, то можете зайти и попробовать. Я не даю гарантии, что после того, как вы попробуете мои способы или способы людей из чата в телеграме, что-то получится, что-то сработает. Но попробовать как минимум стоит, потому что, ну, хуже от этого не будет. Хотя, если вам скинут какой-нибудь стиллер, там, которым нужно будет разрешить полные права администратора, рут-доступ и все прочее, то тогда да, тогда будет немного неприятно. Но в целом, там иногда помогают. Поэтому не нужно писать мне обращение, там, я не знаю, еще что-то делать. То есть в комментариях по данным видеороликам я разрешаю. Да, можете написать свою проблему, а если комментарий попадет в спам, я его одобрю. Если комментарий будет с оскорблением меня, я его также одобрю, поэтому пишите, пишите и еще раз пишите. Там в мастерскую Резуна Мобайл, в комментарии по данным видеороликам, а там в чате, в телеграме, допустим, ну тоже не задалбывайте. Геймплей данного видеорролика был заснят на сервере Arizona Roleplay в проекте Феникс, вернее наоборот, неважно абсолютно. IP данного сервера и проекта и всего-всего прочего находится в описании, там же находится ссылочка на мой телеграм-канал с возможными исправлениями всех ваших проблем, ошибок и тому подобного. Всем спасибо за просмотр, всем пока.